годами грудь претерпевает структурные изменения, приобретая дряблый и обвисший вид, что негативно влияет на эмоциональное состояние женщины. Принимая во внимание степень птоза, количество лишней кожи, изначальный объем бюста и желаемый размер груди, в каждом случае будет подобрана наиболее адекватная хирургическая техника с большим или меньшим количеством разрезов, учитывая также необходимость использования протезов или возможность обойтись без них. В нашей галерее «До и после» ты сможешь увидеть фотографии пациенток до операции и достигнутые результаты.